Этот снег мог бы стать спасением для двух городков в американском штате Колорадо. Однако он пошел слишком поздно. Огонь успел уничтожить около 1000 домов и выжечь гектары земли за считанные часы. Страшно, потому что погода в Колорадо все непредсказуемее. Этот снег нам нужен был раньше. Вчера скорость ветра была 160 км в час. Такого не было много лет. Лесные пожары выжгли города Супериор и Луисвилл в четверг, 30 декабря. При этом ветер распространял огонь так, что некоторые дома превратились в пепел, а некоторые остались нетронутыми. Теперь люди возвращаются, чтобы оценить масштаб разрушений и найти уцелевшие вещи. В этом квартале у меня живут 4 друга, и наши рождественские украшения были самыми красивыми в городе. Огни были на той елке, были там. Я гуляла с собакой здесь по 3 раза в неделю. Живу в Луисвилле 26 лет. И сердце разрывается, что город разрушен, что наши друзья потеряли все. К счастью, в разрушительных пожарах никто не погиб. Мы понимаем, как нам повезло. У нас есть мы, есть прекрасные друзья и семья. Многие страдают намного сильнее нас, и мы им очень сочувствуем. Между тем, температура здесь упала ниже нуля, и в пострадавшие районы пришли волонтеры, чтобы искать пропавших домашних питомцев. Этот пожар прошел очень близко от моего дома. Мы знаем, что многие потеряли свои дома. Я подумал, что было бы, если бы меня дома не было, а моя собака осталась бы дома. Ей было бы жутко страшно. Я люблю собак. На поиски питомцев пришло около 20 человек. Впрочем, не удалось найти ни одного. Климатологи говорят, что причиной пожара стали обильные дожди в мае и июле прошлого года. Из-за них хорошо росла трава, а потом началась засуха, которая превратила эту траву в пороховую бочку. Как и большая часть американского запада, штат Колорадо страдал от засухи с начала 2020 года. Это привело к небывалому обмелению водохранилищ, а также к масштабным пожарам.